Добрый вечер, уважаемые любители волейбола. Мы начинаем наш репортаж с очередного тура чемпионата России Пари Суперлига среди мужских команд по волейболу из города Красноярска. Джан Бочаров принимает первый темп. Первый темп доверяет атаку. Атака задней линии Максима Бочарова из-под первого темпа. Филиппов сверху принимается подача. Первый темп. Первый темп, конечно же, Яутов принимает. Обман удар, мяч в игре. Двумя руками Дзинин Джан. Планер. Бочаров принимает. Яутов вынужден пасовать сам. Бочаров. Атака по блоку. Яутов на страховке. Вновь за головой. Атака. Мяч будет переброшен. На месте Бочаров. Мурашко. Мурашко выкручивает. Не очень удобный. С четвертого номера. Наводка. Первый темп. Очень высоко. Очень высоко. Георгий Заболотников, 17 номер. Активные атаки носят спорадический характер. То есть иногда случаются. Мощный удар Кирилла Урсова. Мимо блока приходится. Планер сверху принимает Джан. Первый темп. Первый темп Заболотников где-то в районе. Джан на подаче. Мощно подает. Бочаров принимает. Нет доводки. Урсов по блоку. Джан подбирает. Первый темп. Первый темп Заболотников в доигровку. Расправляется с блоком красноярцев. А передача была классная. И по скорости, и по темпу. Порошин за головой. Тетюхин. Мяч поднят в защите. Урсов перебрасывает мяч без атаки. Бочаров за головой. И сейчас на этот раз Тетюхин по линии попадает. Урсов принимает. Бочаров великолепно атаковал. 17-23. Максим Крескин на подаче. Подает в первую, пятую зону. И задней линии. Задней линии. Догоняет Урсов. Нет. Ногой догнал, но мяч ушел за пределы площадки. Задней линии атака Павла Тетюхина. 93-го года рождения. Яутов принимает. Бочаров. И Бочарова блокирует этот мяч. Становится 25-м. А блокирует его, конечно же, Георгий Заболотников. 25-17. Первая партия заканчивается в пользу команды Белогорье Белгород. Планер. Джан принимает. Первый темп. Ну, здесь без вариантов. Мяч доведен до сетки. Передача очень сильно. Яутов принимает. Обманный удар. Игоря Филиппова приходится в кисти Романа Порошина. Он останавливает мяч, но он после касания Порошина просто падает. И Порошин грамотно первую зону. Джан принимает за головой Аль-Хаждали. Площадку. Мяч в площадку, бесспорно. Тетюхин принимает. Первый темп. Ну, вопрос исчерпан. Тетюхин принимает. Мяч доходит до Порошина. Мощно вкладывается в подачу. Мурашко на одном блоке. Какая игра в защите Брагина. Через открытую линию. Мощнейший удар Романа Мурашко приходится. Сергей Бусел. Планер. Джан принимает. Сам же атакует. Очень мощно взмывает воздух. Обратите внимание, в шестой зоне, ближе к третьей, принимает сверху. Мгновенно. Брагин принимает.
касание сетки на блоке фиксирует второй арбитр Иван Чумак. Но мяч все равно красноярцами проигран. Сверху принимает Урсов за головой. Мурашка по блоку. Мурашка по блоку. И мяч взмывает над сеткой. Это как десерт после вкусного обеда. Ну, здесь принял решение атаковать сам Максим Крескин. Может быть, несколько увлекся. Порошин, планер. Яутов принимает. Первый темп. Игорь Филиппов. Впервые заблокирован Георгий Заболотников. Янутов. Попытка сыграть комбинацию. Вход. И вновь Брагина. Доводки нет. Джан на групповом блоке. Очень высоко снимает по задней линии. Планер. Сверху принимает Урса. Мурашка. Страховка. Бочаров ставит точку в этой партии мощнейшим ударом со второй зоны. От блока выбивает мяч в аут на своей стороне. 25-23. 1-1. Очень мощно, но Брагин на месте. Красавчик. Задней линии. Джан великолепный. Поднятие этот мяч не было порошен. Яутов принимает сверху. Первый темп. Игорь Филиппов обыгрывает Юрия Цыпкова. Урсов принимает. Мурашка. Мурашка попадает в площадку атакой по линии. Планер. Бочаров принимает. Первый темп. Блок. За Болотникова, за головой. Эль-Хачдади. Я тут в защите. Бочаров. Да, демонстрирует богатую кисть. Очень мощно Яутов принимает. Даже Сергей Бусил умудряется. Сергей Бусил, планер. Петюхин принимает. Ну, здесь без вариантов. Из глубины наведенная передача на сетку. Кухно принимает. Максим Бочаров в задней линии. Из-под первого темпа, но на тройном блоке. Сбитый прием. Павел Тетюхин, конечно же, на летящем блоке Максима Крескина и Игоря Филиппова. Тетюхин. Укорачивает он подачу. Брагин на месте. Янутов доводит мяч. И в этот раз Никита Кухно ошибается, атакуя с задней линии доигровку. Очень сильно направляет мяч за пределы площадки главного тренера Тетюхин. Кухно принимает. Сорвана доводка. Просто героический рейд. Героический рейд по тылам Енисея предпринял Павел Тетюхин. Догнал мяч, который ушел за пределами контрольной зоны. Но не настолько. Передача во вторую зону. И на блоке Дзинин Джана 13-18. Разрыв, правда, солидный. Бочаров на подаче. Впереди, конечно же, как не прыгнуть на Георгия Заболотникова. А передача следует... За голову 14-20. Великоват, конечно, разрыв. Джан принимает первый темп. Ну, да. Взмывает воздух. Джан на подаче. Кухно принимает. Сам же будет атаковать. По блоку.
касается Джан. Бросок Романа Брагина, но Кухно, Никита с группового блока выбил мяч. Заболотников Янутов принимает. Мурашко. Резкая передача за голову. С задней линии Мурашко атакует. Очень резкий удар по первой зоне. Планер. Джан принимает. И Павел Тетюхин. Тетюхин принимает. И Архачдади с четвертой зоны ставит победную точку. Атакой в пятую зону Енисея. 25-18. 2-1 ведет Белогорье. Сергей Бусин на подаче. Павел Тетюхин принимает. Порошин. Мощнейшим ударом по линии переигрывает блок Романа Мурашко Джинин-Джан. Порошин. Мяч над сеткой ходит. Отбанный удар. Еще один. Осипов. Мурашко. Мурашко простреливает групповой блок. Укорачивает. Порошин. Архачдади великолепно бьет по диагонали. Константин Осипов бессилен. Кухно принимает. Обманный удар. Обманный удар Константина Осипова. Планер сверху принимается. Прострельная передача на 4,5 метра. И из-под блока Заболотникова. Тетюхин принимает. Первый темп. Идет борьба. Мяч поднят, но... Архачдади доверил доигровку. Достойной высоты. Сергей Бусил, планер. Брагин принимает, прием сорван. Архачдади по блоку. Блок снимает мяч, летит в четвертую зону. В броске его преодолевается в концовке. Джан принимает. Архачдади по блоку здесь принял участие в игре первый арбитр. Мяч как раз в вышку залетает. Роман Мурашко пробежался в надежде его перебить потом за пределами антенны. Брагин принимает. Архачдади. Володников. Бочаров принимает. Мурашко по линии в площадку не попадает. Но мяч по пути. Игорь Филиппов. Сергей Бусил. Пятая зона. Бочаров принимает. Атакует на групповом блоке. И этот блок не позволяет перебить сетку. Была прореха, но он атаковал через линию. Очень сложную передачу выполнил Константин Осипов. Павел Тетюхин за головой Архачдади. Янутов в защите, но... Не очень ловко подставился под мяч. Сергей Бусил, планер. Галимов принимает. Сам же атакует. Забивает мяч мимо одиночного блока Романа Мурашко. Забивает мяч. 18-24. Сорванный прием. И здесь победную точку ставит атакой из четвертой зоны Никита Кухно. 2-2, 25-20. Счет в партии за красноярцами. Галимов на подаче. Сильно. Великолепная игра в защите. Со второй попытки Роман Мурашко забивает, но первый блестящий планер. Кухно принимает. На этот раз передача следует Романа Мурашко, но более выверенная, высокая. Игорь Филиппов. Галимов принимает. Тетюхин при атаке попадает в антенну. Просто так.
Филиппов. Сверху принимает Галимов. Первый темп. Да, здесь, конечно, Юрий Цыпков легко атакует по пятой зоне. Кухно принимает. Тройной блок пробивает Максим Бочаров. Идеальная доводка Тетюхина. Первый темп. Ну, после против такого первого темпа противоядие у красноярцев, как мы. Зал встал, скандирует эйс. Ну, раз просили, значит, получили. Роман Мурашко эффектнейшей подачей заканчивает при счете 15-7 пятую партию в пользу своей команды.